важных маршрутах. По этой дороге наши колонны доставляют на передовую все самое необходимое. Сейчас вертолеты сопровождают колонну материально-технического обеспечения, а также тягачи с танками. Летят на предельно малой высоте, чтобы в них не смогли прицелиться из ПЗРК. Для автоматчиков вся местность как на ладони. Просматривается каждый дом, каждый куст. Наша роль в этом порядке своевременно вскрыть боевую позицию, готовящуюся для атаки на колонну, ее передать немедленно. Если будет явная подготовка к нападению, либо явное нападение, мы незамедлительно давим эту огневую точку. Вот. Во-вторых, это моральная поддержка состава, который движется на колонне. Вот. То есть думаете, так спокойнее? Да, им гораздо спокойнее, когда мы ходим сверху. Высоко сижу, далеко гляжу. Мне понятно, я предупреждаю.